пункту ремонта от кровати. И у него вот такое вот выпадение. Чистим кобелек. Так, раз, два, шесть. Всего лишь навсего жил. Теперь главное вызвонить. И потом пропаять. Восстанавливать. А для восстановления сезона пришел разъем. Как раз таки шестипиновый, но уже разборной. Главное, чтобы не забыть, нужно сразу же одеть. Так. Контактики. И оно у нас получается вот так должно быть. Вот. Где-то вот так обрезаем. Так, займемся прозвонкой. Приходилось переделывать и побольше контактов. Так. Что ж, приступим. Есть. Это просто. Дальше берем зеленый.
ВКонтакте. Зеленый. Берем белый. Белый. Белый контактик. Так, возьмем черный. Вот здесь у нас будет черный контакт, так, и синий контактик, так, не прозванивается, синий и коричневый. Здесь вот у нас будет коричневый, значит синий будет по центру. Да, синий по центру. Карта есть, можно понять. Так, возьмем синий. Такс. Надо потоньше жало, другой поедем. Сначала заводим один, второй, третий, четвертый. Сок есть. Такс. Начнем с центрального. Так. Дальше у нас коричневый. Так. Так. Thank you.
коричневый. Зеленый и черный. Вот сюда зеленый. Сюда черный. Черный. Так, здесь у нас белый и красный. Вот сюда. Белый и нижний красный. Так. И остается последний красный. Теперь можно собирать. Так. Стало. Стало. Все можно заливать цепляклеем и закрывать. Ну и, собственно говоря, будем заливать.
тут, собственно говоря, еще вот сюда вот. Сейчас я еще вот здесь вот каплю. По краешку. Уберем и все, можно будет идти проверять. Здесь у нас еще есть стопорное кольцо, которое нужно сделать на этом уровне. Так, еще раз проверим. Да. Отлично. Получилось. Ну и вот, собственно, проверка. Нажмем в кресло. Так, все работает. Здесь голова тоже поднимается, спинная секция. Нажмем в кровать. Опускается спинная секция. Сейчас будут подниматься ноги. Так, теперь будут подниматься ноги. Все работает это. Так, теперь перевороты боковые. Поднимается. Теперь обратно опускается и поднимается эта сторона. Да, поднимается эта сторона. Ну, теперь если нажмем в кровать, все выровняется. Проверяем туалет. Туалет тоже работает. Вот и все восстановили.